Всем привет, ребята! Я хочу с вами поделиться радостью. Как видите, я летаю сейчас на элитрах, вы скажете, ну и что? А понимаете, для меня это вообще мои первые элитры в жизни. То есть, посмотрите, раньше я думал, ну, фигня какая-то, ну, потому что, ну... Текстурка, во-первых, у них красивая. Это во-первых, что если также еще установить какой-то там плащ, то элитры тоже приобретут текстурку. Что, во-первых, это... Я даже не знал, что это единственный способ летать в выживании. То есть только представьте, как это красиво. Вау. А еще когда только нашел город Края, был такой... Первые литры вообще. Я был вторым человеком на сервере, который залутал данж. В общем, если вы тоже играете на сервере, то рекомендую, что вот только он стартовал, тут же идите в энд. Так я пошел и тогда ресурсы новые. Ну, а на этом, в принципе, все. Я буду заканчивать. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока, ребят.